А перед началом обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и тогда шансы на легендарку вырастут в 2 раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флюбинипс, и это новый видеоролик по колесу. Что ж, поехали. Ребят, хотел бы порекомендовать вам канал Lucky Rock. На данном канале вы найдете множество интересных форматов, начиная от гайдов на персонажей, заканчивая открытиями, ну и, конечно же, многое другое. На канале немного подписчиков, давайте наберем ему 500, ссылочка есть в описании, это его больше замотивирует снимать. Что ж, ссылочка в описании, подписываемся. В общем, ребят, что же сегодня будет происходить? Будем мы играть только на тех персонажей, точнее, я добавлю только тех персонажей в колесо, на которых есть у меня скин. Допустим, Шелли, будем считать, что у нее есть скин, потому что у меня есть звездная Шелли. Допустим, Булл, тот же Тачдаун Булл. И, кстати, сейчас, если что, кто не понял, 22 персонажа, это потому что сейчас тот момент, я записываю в пятницу, тот момент, когда пофиксят, короче, этого, Джина. В общем, не суть. Окей, перед началом, как всегда, поставьте лайк, напишите комментарий, давайте наберем много лайков. Ну и, кстати, все комментарии в первый день стараюсь лайкать, ну и колокольчик тоже с подпиской не забывайте. Что ж, переходим к колесу. Вот я, ребят, уже и добавил всех персонажей, которые у меня есть, со скином в колесо, и сейчас мы будем крутить колесо и посмотрим, кто же нам выпадет. Я, опять же таки, хочу выбить какого-нибудь Брока, но при этом мы будем играть в шоудауне, Брок не совсем подходит, но Брок зато очень хорошо подходит под превьюху. Так, и это будет у нас Дина, серьезно, это будет Динамайк, да, Джесси уже не так крутится. Окей, Динамайк так Динамайк, идем катать за Динамайк, тоже, в принципе, неплохо. Динамайк, ребят, я добавил в данную рулетку, потому что у меня на него есть такой крутой скинец, сейчас я его покажу. Новогодний, да, с новогодней тематикой, то есть Санта Майк. Было бы круто, если был бы у меня Майк Повар, но нет, он дорогой, поэтому берем Санта Майка и идем играть на штольню. Я знаю, что мы проиграем. Блин, я опять забыл переключить сейчас интернет, надеюсь, он лагать не будет. Если он не будет лагать, будет очень круто. Опять же таки, Динамайк совсем не подходит под штольню. И, ой, проблемы с интернетом, нужно поднять. Вы сейчас, конечно же, этого не видите. А, все, более-менее прошли лаги с интернетом. Ой, нужно будет, черт побери, опять нужно все это будет сейчас менять. Ну, почему оно так каждый раз работает? Так, ребят, игра продолжается, я переключил интернет. Он сейчас будет тупить, но это только первую каточку, потому что я, когда включаю интернет, всегда какая-нибудь начинается долбанная загрузка нового приложения, еще что-нибудь. Ладно, смотрите, пока я переключал интернет, уже осталось 6 бойцов, но, к сожалению, у меня очень мало баночек, поэтому будут трудности. Блин, я тоже хочу уже себе поскорее выбить Джина. Возможно, когда вы смотрите данный видеоролик, я его уже видел, просто я сейчас записываю наперед в пятницу видеоролик. Так, будем чекать все кустики. Вот чувствую, кто-то вот сейчас вот выбежит же на меня. Я не хочу умирать. Хочу... Да, я не хочу умирать. Я хочу умереть хотя бы 5-м, чтобы в плюс кубки получить. Но нет. Возможно, такого сейчас не случится, потому что вот здесь кто-нибудь досидит. Блин, первая катка, она всегда самая лаганная, потому что я только интернет запустил. Так, оп. Опа, ну-ка, ну-ка, стреляем по Броку. И смотрите, мы до него дострелялись так хорошо. О, Брока завалили, круть. Вот здесь сейчас сидит Бул наверняка, да? Так, давай, давай, вот залетай в меня, Бул, я проверю, насколько ты хороший и крутой Бул. И он действительно крутой Бул, он меня завалил. Ладно, но я бы здесь ничего абсолютно не сделал. У меня слишком мало банок в кусты. Нафиг надо мне бежать, поскольку если я забегу, там наверняка где-нибудь за уголочком сидит Бул, и он бы меня 100% загасил. Не, ну в принципе, мы наигрались так, что получилось, что в плюс по кубкам, но, к сожалению, интернет меня подвел. Ладно, пошлите еще раз крутить колесо. Окей, поехали крутить. Пожалуйста, дайте персонажа, за которого, в принципе, еще не играл, как бы, на видос, то есть с рулеткой, потому что одни и те же падают, честно говоря. Так, это будет Спайк. Вот опять же таки, Спайк падал. Почему-то падают всегда одни и те же примерно персонажи. Я не знаю, с чем это связано, хотя рулетки вроде бы другие. Я постоянно меняю рулетку, а все равно рандом хочет, чтобы я поиграл именно за тех, за кого я уже играл. Странно получается. Окей, поехали. Так, ребят, берем Спайка. Он у нас сам в конце, потому что легендарный перс. У меня Сакура Спайк. Раньше он назывался Пинки Спайк. Я по привычке до сих пор его называю Пинки Спайк, потому что вот это название Сакура, я про него всегда забываю. И анимация, конечно же, у него довольно крутая. Я хочу, чтобы еще какую-нибудь такую... Ну, не, конечно, у Феникс Кроу есть такая фишечка, что когда он стреляет, точнее, кидает ульту, она у него особенная, и атака у него особенная, но чтобы было что-то по типу вот этого.
этого, что я вот начинаю просто стрелять, и вот такая вот интересная как бы анимация самой атаки, и просто то, что видите, такая штучка, как в аниме появляется, да? Так, ну, играя за Спайка, я боюсь, конечно же, играть на Штольне, потому что... Сами понимаете, Штольня, здесь у нас лидер, в лидерах всегда в основном быки, а то бывают еще, конечно, Шелли, Дэрилы и Эль Прима иногда, но, к сожалению, точно не Спайки, это и поэтому мне сейчас будет не сладко. Особенно играя против всяких Барлеев, которые тоже здесь иногда зачастую тащат, потому что за счет того, что в начале много такого большого пространства и оп-оп-оп-оп-оп, отлично, Барлея мы убили, но они могли бы меня через стенку загасить, но он как-то странно взял, пошел, решил меня как бы напрямую завалить, думал, что я буду от него долго бегать, но нифига, я пошел наоборот на него. Так, мы немножко подождем в кустах, потому что не хочется мне самым первым сливаться и сливать, собственно, кубки. Я все-таки сейчас пытаюсь понемногу идти вверх по кубкам и хочу, постараюсь к концу месяца, возможно, даже 7000 кубков, что маловероятно, но... Попробовать стоит. Так, и у меня уже, кстати, ребят, почти 6100 кубков, между прочим, да. Можете за это однозначно лайк поставить. И, кстати, сегодня я поиграю, наверное, за 3-4 персонажей. И напишите мне, какой из всех этих персонажей, точнее, не нужно писать, какой вам персонаж больше всего нравится, напишите, на кого вам больше всего нравится скин. Так, у нас там сидит Динамайк. И Динамайка мы сейчас будем валить. Так, оп-оп-оп. Не, ну смотри, сейчас может что-то годное получиться. Ага, Динамайк. Ай-яй-яй, больно-больно-больно-больно-больно сейчас может быть, потому что здесь кто-то у нас сидит, да? Нет, никто не сидит, серьезно, я что-то ожидал здесь кого-то встретить. И смотрите, мы каким-то чудом дошли до второго места. Я понимаю, что меня сейчас убьет вот эта Шелли, еще плюс у меня какие-то лаги, как всегда, на видос, мне неприятны. И, серьезно, первое место. Я убил сейчас, ребят, Шелли с 10 банками. Вы просто можете себе это представить, играя за Спайка, на Штольне убить Шелли. Офигеть, ребят, ну это точно лайк. Ладно, окей, поехали еще раз крутить колесо. Надеюсь, такие каточки и дальше будут продолжаться. Что ж, поехали. Хорошо, если будет все так же круто идти, то будет замечательно. То есть мы сегодня даже кубки апнем, играя в колесо. Обычно у меня получается апать кубки. Так, я вижу, летит кольт, бык, и это будет бык, серьезно? Ну блин, давай хотя бы до Брока дотяни. Нет, это будет бык. Но хорошо, что бык, потому что на Штольне бык тащит, я знаю. Только не нужно совсем агрессивно играть, как я обычно люблю. Я просто забегаю в центр, и меня там разносят. Вроде бы ты сначала начинаешь всех мочить, но позже тебя разносят, поскольку они там обычно не вдвоем, втроем бегают на Штольне. Там же не видно кусты. Окей, поехали. Смотрите, ребят, на быка у меня скин. Довольно, ну это самый любимый мой скин на БК, их всего, конечно, два, и у меня, конечно же, Touchdown Bull, хоть он стоит дешевле, чем Викинг Бул, но почему-то нравится мне больше, я не знаю почему, Викинг Бул мне как-то вообще, я когда его увидел, думал, ага, прикольно, но покупать я его точно не собираюсь и не буду покупать, и вот когда я увидел Touchdown Bull, он намного интереснее выглядит, как мне кажется, и поэтому я его взял. Так, у меня опять какие-то подлагивания, не только обычные, как всегда, но при этом у меня еще и фризит. Ой-ой-ой, вот из-за этих фризов сейчас может получиться плохая ситуация при игре с рикошетом. Так, а меня-то начинают поджимать чуваки. Так, вот это будет сейчас, вот это сейчас будет интересно, я думаю. Оп-оп-оп-оп-оп, убить! Чуть-чуть, а, все, убили, замечательно, одного быка убили, теперь нужно вот этот рикошет за то, что на меня выпендрился. Рикошет, теперь ты идешь ко мне, да, однозначно, опа. Рикошет, а у тебя же там так мало хп, но я тебя не смог завалить, да? Ай, нет, ультовать в него точно не варик. Может, вообще мне сейчас нужно будет текать нафиг из села и не идти нафиг на этого рикошета, потому что он меня завалит со своей долбанной ультой, а то здесь слишком уж много стенок. Так, и на Шелли бы я тоже бы не хотел идти, поскольку у нас у нее ульта. Ага, ну, блин, вот в рикошеты я бы сейчас залетел, если бы здесь не стояла этой долбанной Шелли. А то она подойдет, сразу же меня завалит. Не, ну вот совсем не очень. Совсем мне, короче, не хочется идти к ним. Но я понимаю, что может получиться сочно, очень могу их развалить, но при этом двоякая ситуация, что меня могут быстро развалить за счет того, что Шелли. Вдруг еще кто-нибудь из кустиков выбежит. Поэтому выжидаем. Сейчас они, возможно, сойдутся в схватке, и я залечу, соберусь с них баночки, и все будет просто супер круто. Ага, вот так вот он выпустил ульту, ульту по-особенному. И смотрите, да, сейчас, как я о том и говорю, что может сейчас мне просто повезти, и я просто заберу тех чуваков, которые мне попались под руку. Например, вот это вот Шелли, да. Ой-ой-ой, вот это вот сейчас будет опасно. Чпоньк, нужно отсюда убежать. А, меня Пенни сейчас убьет.
Ай, блин, ну, я бы здесь вряд ли что бы уже сделал, но, возможно, я бы смог бы убежать куда-нибудь, но фиг знает. Хотя, нет, я бы против этого була уже бы ничего не сделал, но место повыше я бы точно мог занять, второе, может быть, третье, 100%. Ладно, тоже, в принципе, неплохая игра. Давайте последний раз на сегодня крутим колесо. Ой, выйти. Ай, пить, выйти. Нет! Ай, сейчас нужно будет вырезать катку, черт побери. Все, ребят, последний прокрут на сегодня. Посмотрим, кто нам выпадет. Пожалуйста, дайте какой-нибудь сочный скин, чтобы на превьюху поставить. Но если не выпадет сегодня прям какого-то прям очень жесткого скина... Брок, остановись, умоляю, только Брок. Черт побери, зачем ты Брок пролетел, Дэрил? Ну ладно, ребят, я, наверное, поставлю на превьюшку Брока, потому что он очень круто выглядит, и мне кажется, превьюшка будет заманивающая. А может быть и Дэрила, посмотрим. Почему, ребят, я добавил Дэрила в эту рулетку? Потому что у меня тоже есть на него скин, а именно скин соевый Дэрил. Это единственный скин, который, в принципе, когда-либо был на Дэриле, и надеюсь, что мы сейчас зарешаем на нем. На Дэриле, честно, ребят говоря, не очень люблю играть, потому что это такой стрёмный персонажик, то есть... Раньше мне он нравился за счет того, что за него можно было тащить в хейсте. Но сейчас он как бы... Ну, у него ульта не прокатывается, то есть он через всю карту, а лишь маленькую часть как бы катится, там буквально 8 клеток. Ну, нет, побольше, конечно, но все равно не очень много. И вплотную против противостоять ему, допустим, против... Була, да, против еще кого? Ну, блин, много кого. Так, оп. Так, мы развалили, нужно отсюда нафиг сейчас будет бежать. Не, но все равно он прикольно выглядит, но он какой-то громоздкий. Ага, у нас там еще один Дэрил, который попытался нас загасить. Давайте мы попробуем зайдем убить, потому что у меня больше банок. И сейчас, возможно, получится хорошая ситуация. Так, ага. Нет, мы сейчас попробуем его найти. Оп, вот он у нас тут гуляет. Ну-ка, давайте мы в него залетаем. Бум, его здесь нету, понятно. А вот он, чпок. Улететь нафиг надо, улететь. Так, мы улетели, и прям точно Джесси в нас выстрелил. Ну как вот такое может быть, я вообще в принципе не понимаю. Ай, ладно, ребят, как-то вот так вот получается, но зато мы в минус по кубкам не ушли за весь выпуск, в принципе, это круто. Давайте я напоследок поставлю Брока, потому что, возможно, я его поставлю на превьюшку, вот так он круто выглядит. Все, ребят, всем спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца, давайте также боксики откроем, вдруг выпадет нам сейчас еще... А, нет, сейчас нам, в принципе, не может выпасть этот, как его, забыл, Джин, вот, все, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.